Уважаемые жители Сибирского федерального округа, поздравляем вас с тем, что у нас наконец-то появился новый полномочный представитель, полномочный представитель полпреда. Все вы, конечно, питали надежду, что представителем полпреда президента у нас по Сибирскому федеральному округу будет Чубайс, но не дождались. Хотели мы его, ждали, или хотя бы Дмитрия Анатольевича Медведева нам поставят сюда. Полгода эта вакантная должность была полномочного представителя президента свободная. Как вы видите, по Сибирскому федеральному округу ничего не произошло за это время. Единственное, под асфальт ушло 5 машин в городе Новосибирске. В 2017 году мы проводили митинги, предупреждали, чтобы деньги абызовские нам сюда вернули и трубы отремонтировали. Сибека тогда мы были, выступали против повышения тарифов ЖКХ. И вот прошло 5 лет, начали в Новосибирске под асфальт уходить автомобили. Уже ушло 5 штук. Ждем, когда начнут под асфальт уходить жилые дома. Вполне вероятно, что это будет происходить. Сейчас у нас новый представитель полпреда президента у нас пришел по Сибирскому федеральному округу. Мы надеемся, что он наведет наконец-то порядок. Вот мы к нему обращаемся. Милый человек, пожалуйста, мы вас не знаем. Но ваша карьера, ваша подноготная, ваша биография нам, честно говоря, нравится. Вы силовик, вы работали в ФСБ, КГБ там и так далее, в силовых структурах. Наведите здесь порядок, пожалуйста, в Сибирском федеральном округе, а именно в городе Новосибирске. Мы вас очень просим, пожалуйста. Спасибо за внимание.